Сейчас мы в Юрмале-Майре. Перед нами здание. Несколько лет назад здесь была поликлиника. А сейчас это здание продается. Сегодня погода пасмурная. Нет ветра. И море очень-очень спокойное. Народу мало. Сейчас сегодня четверг. Будни. 17 ноября. Снег, который выпал, уже растаял. И сейчас пляж выглядит вот так. И море. Спокойное-спокойное. Рижское взморье. Убрали все киоски, столики, столы, стулья. Теперь здесь стало так просторно и хорошо. Познаем осенний пляж. Любуемся красотой, тишиной Юрмалы.